Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей, на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» познакомит вас с актуальными предложениями на рынке жилья города. Кроме того, мы покажем вам, где в Гомеле можно не только построить собственное жилье, но и найти свой райский уголок для жизни. Управление капитального строительства Гомельского района создано в 1971 году. За это время организации в сельских населенных пунктах Гомельской области возведено около 2 миллионов квадратных метров жилья, а также объекты соцкультбыта, производственного и сельскохозяйственного назначения. Надо отметить, что с 1987 года этим предприятием успешно руководит заслуженный строитель Республики Беларусь Вячеслав Токаревский. По его словам, в последнее время управление капитального строительства Гомельского района возводит жилье не только на селе, но и в городе над Сожем. За прошлый год мы ввели 105% от заданий года, 36,5 тысяч квадратных метров жилья. Этот год мы планируем увеличить количество жилья где-то в 1,3 раза. В свой монтаж мы увеличим на 180%. В основном это объекты коммерческого значения. По указу президента, 240-й указ, для нуждающихся в своем жилье в сельской местности. Это вот такие вот объекты, как коммерческий дом по улице Ильича, 209 квартир. Мы его должны ввести в ноябре месяца текущего года. Начали строительство по указу 240-го. Это дома в Красном, 60-квартирный дом. Кроме того, в этом году управление капитального строительства Гомельского района начнет возводить жилой дом по уникальному для нашей области проекту. Первый единственный дом, начинаем это новое строительство, дом с электрическим отоплением, с электрической котельной. Это первый дом в области, 60-квартирный большевик. Мы его должны начать в марте месяце и ввести в текущем году дом. Дом такой ноу-хау. Здесь электрокотельная, она находится в подвале, полностью отопление, горячая вода, приготовление горячей воды от электричества, электрические плиты, то есть все, дом полностью электрический, газовое отопление и тепловые сети здесь не подключены. Тут такой экспериментальный дом, согласно постановлению правительства нашего. В числе населенных пунктов, где в ближайшее время будет строить жилье, районный Укс, Юбилейный, Большевик, Новые, Терешковичи, Красное, Урицкое. В частности, в этих поселках и агрогородках возведут не только многоэтажки, но и индивидуальную застройку. Надо отметить, что в ближайшие годы новый микрорайон появится и в Чонках. Планируем строить на берегу реки Сож, в Чонках новый микрорайон. Правда, это немножко отдаленное будущее, это не объект не текущего года, но в следующем году мы, думаю, начнем строить там то же самое жилье. Будет красивейший микрорайон, где-то около 5000 населения, там будет около 20 многоэтажных жилых домов. Вот такой микрорайон, как у нас Шведская горка в городе Гомель. Кстати, объекты, возводимые Уксом Гомельского района, отличают высокое качество и надежность. Здесь трудится штат высококвалифицированных специалистов. Коллектив у нас небольшой, 15 человек, работаем. Специалисты опытные, все со стажем. Молодежь и старшее поколение. То есть у нас такой сплав молодости и опыта. Хотелось бы отметить всех работников. Все работаем на один результат. Задания, которые нам доводят, мы уже постоянно выполняем. Самые надежные партнеры – это у нас Гомельский домостроительный комбинат, который работает четко, бесперебойно, вовремя сдает объекты. У нас работают все 300 города Гомеля. Это и Гомель-Промстрой, и 327, и 314. Я хотел бы его особо отметить. Он у нас построил красивый микрорайон, это Юбилейный.
хотя там и другие организации принимали, но в основном это он построил. То есть у нас сегодня мы заканчиваем строительство, закончили строительство района Чонок, который построил Гомель-Промстрой. Вот. И как бы у нас каждый микрорайон – это отдельный трест, он его построил, он ее доводит до конца. Следующая информация, которую представит программа «Большая стройка» – обзор актуальных вариантов жилья в разных районах Гомеля. Наибольший выбор квартир в центральном районе города и, в частности, в самом его сердце. Комфортное проживание будет обеспечено вам и вашей семье вот в этой девятиэтажной новостройке по улице Волотовской. Здесь предлагаются к продаже двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 63 до 97 квадратных метров. Проектом предусмотрена свободная планировка, которая дает возможность зонировать пространство так, как удобно именно вам. Фасад дома будет вентилируемый, что обеспечит его долговечность, эстетичность и надежность. Примечательно, что в шаговой доступности от дома находятся остановки общественного транспорта, набережная реки Сож, дворцово-парковый ансамбль. Есть также детские сады, школы, торговые объекты и учреждения здравоохранения. Стоимость квадратного метра – 1449 рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на март 2019 года. Для тех, кто ищет уютную и небольшую по площади квартиру, мы предлагаем обратить внимание на следующий вариант жилья. Десятиэтажная новостройка в 21-м микрорайоне Гомеля по улице Чечерской. Здесь можно приобрести комфортные квартиры-студии площадью около 45 квадратных метров. Их преимущество – максимум полезной площади и удобная современная планировка. Стоимость одного квадрата с 6 по 9 этаж составляет 1099 рублей. Специальная цена – 1049 рублей за квадратный метр, действует на квартиры, расположенные на первом этаже. В железнодорожном районе Гомеля предлагаются квартиры по улице Федюнинского. В январе текущего года начато строительство и прием заявлений на долевое строительство в многоэтажном жилом доме номер 3 по улице Федюнинского. Данный дом строится для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть любой гражданин Республики Беларусь, который состоит на очереди и желает приобрести жилье в областном центре, может прийти на наше предприятие, написать заявление на участие в долевом строительстве по очень выгодной цене – 857 рублей. На сегодняшний момент это самое выгодное предложение на рынке новостроек города Гомеля и области. В данном доме строится одна-, двух- и трехкомнатные квартиры в комфортных планировках. Дом располагается в новом перспективном развивающемся микрорайоне города Гомеля. Еще одно преимущество данного дома, что он располагается рядом с остановкой общественного транспорта. Уважаемые дольщики, приходите, мы будем рады вас видеть, и вы построите жилье по очень выгодной цене. В числе новостроек, которые возводятся на данный момент в Советском районе, многоэтажка по Рижскому проспекту. Ее строительство ведется в рамках уплотнения уже существующей застройки. Государственное предприятие «Областное управление капитального строительства» приглашает принять долевое участие в строительстве однокомнатных квартир. Площадь однокомнатной квартиры составляет 43 квадратных метра. Стоимость квадратного метра – 1100 белорусских рублей. Общая стоимость квартиры – 48 тысяч белорусских рублей. Заключить договор можно по адресу улица Белецкого, 7, второй этаж, сектор долевого строительства. Еще один вариант жилья в Советском районе предлагает рассмотреть УКС города Гомеля. Государственное предприятие УКС города Гомеля начало строительство многоэтажного жилого дома по улице Чкалова. Данный дом отличает выгодное месторасположение. Он расположен в микрорайоне со сложившейся инфраструктурой. Рядом школы, детские сады, магазин, кинотеатр «Октябрь». В данном доме 11 этажей. В ближайшее время ожидается выход проектной декларации. За всеми новостями следите, пожалуйста, либо на нашем сайте, либо звоните по телефонам государственного предприятия УКС города Гомеля. Пожалуй, самый привлекательный вариант жилья, который на данный момент предлагается на рынке недвижимости Гомеля, находится в центре Новобелецкого района по улице Ильича. Место, где возводится трехсекционный многоэтажный жилой дом, сочетает в себе современную развитую инфраструктуру города и удивительную красоту природы. Это своего рода райский уголок на карте Гомеля, где зона отдыха с водоемом, живая природа поражают необычайной красотой своих пейзажей. Поэтому те, кто остановит свой выбор именно
именно на этой новостройке смогут в любое время года насладиться первозданной природой, погрузиться в спокойную атмосферу, отдохнуть душой и телом. Надо отметить, что этот микрорайон города отличает и наличие всей необходимой для жизни инфраструктуры. В непосредственной близости к новостройке расположились детские сады, школы, игровые площадки, крупные торговые объекты, остановки общественного транспорта. Кстати, преимущество расположения строящейся многоэтажки по улице Ильича многие уже успели оценить. На данный момент в этом доме раскуплена практически половина квартир. Цена квадратного метра тут составляет... Люди идут сегодня, где-то 40% мы же людей набрали, здесь одно-двух-трехкомнатные квартиры. Рядом же с этим домом мы планируем строительство дома по генплану номер один на 160 квартир. Провели мы анализ покупной способности населения и уже будем планировать строительство двухкомнатных квартир, потому что они больше сегодня разбираются. Приобретая жилье в доме по улице Ильича, вы станете не только счастливым обладателем собственной квартиры, но и сможете создать себе свой тихий и уютный райский уголок. Сегодня программа «Большая стройка» знакомила вас с актуальными предложениями на рынке жилья Гомеля. На этом мы с вами прощаемся. До встречи на новых стройплощадках города.